Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем об особенностях абиссинской кошки. Абиссинская кошка все чаще выбирается в качестве домашнего любимца. Эта порода очень предана хозяину и отличается своей нежностью. Проблем с адаптацией в новом месте или с дружбой с другими питомцами обычно не возникает. Кроме того, абиссинцы признают только одного хозяина – вожака. Этим они схожи с собаками. Хотя и с другими членами семьи проблем не возникает. Их они также слушаются, однако своего вожака любят больше всех на этом свете. Эти питомцы очень плохо переносят разлуку со своим любимым членом семьи, могут даже отказываться от пищи и становиться вялыми и апатичными. Не стоит их держать в переноске, для них это настоящий стресс. Есть несколько внешних признаков, позволяющих определить, породистая абиссинская кошка сидит перед вами или же подделка. На передних лапках должны отсутствовать какие-либо полосы. Если у питомца виднеется свет и подшерсток, либо нет белых пятен, выходящих на подбородок, и окантовок век, то это кот не из чистой породы. Благодаря тому, что шерсть у абиссинцев короткая, ее достаточно всего раз в неделю причесывать. Купать их можно, используйте для этого тазик либо раковину. Ваша кошка может даже прыгнуть к вам в ванну, поскольку она практически не боится воды, как представители других пород семейства кошачьих. К сожалению, по наследству абиссинские кошки могут передавать почечный амилоидоз. Вот почему крайне важно приобретать питомцев у хороших заводчиков, тщательно изучая родословную и ветеринарные документы. Если в роду не было зарегистрировано данное заболевание, то риск, что у вашей кошки оно разовьется, очень мал. Кошки абиссинской породы по праву считаются самыми домашними в мире, хотя на первый взгляд этого не скажешь. Грация и ум дикого животного дополняют свободолюбивый нрав. Может показаться, что с таким питомцем будет нелегко ужиться, но на самом деле это очень дружелюбная и ласковая кошка, и любой, кто сумел найти к ней подход, считает ее идеальным домашним питомцем. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.